505 закончена. Станция метро Бибель. Следующая остановка Абрамцевская улица, дом 24. Уважаемые пассажиры, переходим в автобус и задерживайтесь на передней площадке. Оплатив проезд, проходите через турникет в конец салона. Не создавайте неудобства. Забытых вещах и подозрительных предметах сообщайте водителю.
Для работы на линейных автобусах и учеников водителей в возрасте от 21 года. Седьмой автобусный парк расположен недалеко от станции метро Петровско-Разумовская по адресу Верхняя Лихоборская улица, дом 4. Телефон отдела кадров 8 495 770 33 70.
Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий в салоне автобуса ведется видеонаблюдение.
управа района Биберево. Следующая остановка – улица Пришвина. Станция метро Биберево. Уважаемые пассажиры, на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта организован ежедневный контроль багажа. Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. При выявлении случаев неправомерного использования персонифицированных приборных карт, карта подлежит изъятию. На нарушителя накладывается административный штраф в размере 2500 рублей. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда. Станция метро Биберево. Конечная. При выходе из салона автобуса будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте правила дорожного движения. Не забывайте свои вещи. Обо всех забытых вещах.